Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске вы узнаете, как можно законтрить Войда с помощью антигероев. Самая главная особенность Войда – это его купол. Он ставит купол, и за этот купол в идеале он должен убивать врагов. И, само собой, чтобы законтрить Войда, нужно или не дать ему кастануть купол, или спасти союзника во время купола, то есть испортить ему игру во время купола. Самый лучший антигерой Войда — это Doom, благодаря его ультимейту. Во-первых, когда Doom ультует, мы не можем поставить купол. И самое главное, когда собирает Doom Аганим, у нас не будут работать пассивные способности. То есть у нас не будет у ворота и не будет баша. В лейте, да, Войд ничего не сделает под ультимейтом Дума с Аганима. Вообще ничего не сделает. Просто будет как кура, понимаете? Будет такая прыта, бегает, резвится, его будут убивать. Спасибо большое вам, Doom, спасибо. Далее идет, естественно, Сайлансер. Герой, который просто не должен дать нам ультануть. Начинается замес, ультует Сайлансер, мы ничего сделать не можем. Мы не можем поставить купол. Мы просто будем убегать. Еще у Сайлансера есть третий скилл. Аналог Алебарды, мы просто не сможем бить. Даже если поставили купол, он кидает третий скилл, потом мы не сможем бить с руки. Минус в том, что он долго кастуется, но это ничего страшного. Самое главное у Сайлансера — это его ультимейт. Или, например, прыгает Войд, ультует Сава, опять перебивает ему купол. Геморройный герой Сайлансер против Войда. Очень геморройный. Давайте мы вернем наше здоровье. Спасибо, дорогой, спасибо. Далее у нас идет Нага. Нага. Во-первых, у нее есть иллюзии, сетка, которая может нас топить. То есть, кидая сетку, мы делаем блинк, но мы дальше все равно не сможем идти. Ну-ка еще раз, давай. Сетка, блинк. Вот видите, мы стоим на месте. То есть, с помощью блинка мы не уходим из сетки. Потом, у нее есть самое главное, это ультимейт, да, ультимейт. Или она может ультануть до замеса, она ультанула, подошла к Войду, собрались ваши союзники, там начали целиться станом или салом, она отменяет ульту, все, Войд умирает. Или Войд поставил купол на вашего союзника, вы ультуете, в итоге спасаете вашего союзника. И Войд вообще ничего сделать не может. Но само собой, Войд может собрать БКБ. Это будет печально. Что ты делаешь? Что ты делаешь? То есть, здесь Нага заходит просто великолепно. Далее, смотрите. Мы можем объединить сразу несколько героев. Давайте я быстренько пробегусь по списку, который я специально для этого видео приготовил. Висп. Например, Войд поставил купол, и где-нибудь сбоку подбегает Висп, цепляет союзника и телепортирует его на базу. И спасает в итоге. Пудж тоже невероятно геморройный просто враг. Мы ставим купол, Пудж или вытягивает нас и ультует на нас, или спасает своего союзника хуком. Также, если Пудж играет за нас, он может испортить нам игру. Мы ставим купол, и свой же Пудж нас вытягивает. Это печаль. Потом, всякие омники могут хилить союзников. Само собой, эти герои не должны попасть в купол. Они будут помогать союзнику, который попал в купол. Тот же Дазл. То есть мы бьем, где-нибудь здесь стоит Дазл, кидает крест. Но я специально выделил именно Венгу. Эх, Венга, красавица ты моя. Нас очень много объединяет с ней вечера. Почему Венга? Ну, само собой, у нее великолепный стан. И у нее есть свап, ультимейт. От нее здесь два толка. Во-первых, давайте мы кого-нибудь сюда притащим. Нага.
Во-первых, Void ультует, ставит купол, и Венга делает свап, спасает своего союзника, ну, поставляет сама себя. Или она помогает гангать Войда. То есть, например, где-нибудь здесь крипы, допустим, Void фармит, толпа выбегает, делает свап и сразу же станет. Не получилось, еще раз, дубль 2, дубль 2 бывает. Делает свап и станет. Потом кучи наваливаются и убивают Войда. Все, вот они, 4 героя. Но еще раз говорю, чтобы 100% законтрить Войда, просто пикаете Дума. Или просто сайлансера саппорта. Теперь вы знаете, как из Войда сделать нулевку. Пишите в комментариях, по вашему мнению, каким героем можно законтрить Войда. Также пишите имя героя, которого вы хотите увидеть в следующих видео. Поставь лайк! Напиши комментарий. Подпишись на канал.